Всех приветствую на своем канале, с вами Оля Белая, и сегодня я хочу поделиться своим мнением об аромате Байреда Бал де Африк. Не переключайтесь, будет интересно. Как многие знают, Байреда – это бренд нишевой парфюмерии. Он был основан в Стокгольме в 2006 году. Сейчас коллекция Байреда включает в себя не только ароматы, но и средства по уходу за телом, а также аксессуары для дома. Изюминка этого бренда – минималистические флаконы и по-настоящему уникальные, но носибельные ароматы. Байреда – отражение своего основателя Бена Горхема, будто волшебная страна, полная драгоценных воспоминаний, теплых чувств и радужных эмоций. Итак, что же по самому аромату Байреда Бал де Африк? У меня вот такой вот пробничек. Прежде чем купить полноценный флакон, я покупаю парфюмерию на распив, знакомлюсь с ней, ношу на себе и могу уже точно понять после этого, стоит покупать большой флакончик или нет. Я начала интересоваться нишевой парфюмерией, так как элитную я уже почти всю испробовала и практически всю знаю. Байреда у меня на самом деле два. Это еще есть Gypsy Water, но о нем я расскажу в другом видео. А сегодня я хочу поговорить о африканском бале, так как он мне невероятно понравился. Покупала я его, ориентируясь по нотам и отзывам. Выпущен он был в 2006 году, относится к восточным и древесным ароматам. В начальные ноты входит апельсиновый цвет, цикламен, бергамот и лимон. В базу жасмин, фиалка и цикламен. И в конечную амбра, мускус, вирджинский кедр и ветивер. Аромат может носить как мужчина, так и женщина. Он относится к ароматам унисекс, что очень интересно. Держится достаточно хорошо со средним шлейфом. По отзывам я читала, что он больше подходит к теплому времени года, то есть к весне и лету. Но не знаю, мне кажется, он также будет хорошо раскрываться и зимой. Наступит холода, и я попробую, как он будет раскрываться на мне. А сейчас, когда жарко, он раскрывается на мне такой горьковатой мякотью грейпфрута на контрасте с ягодной страстью. Знаете, особенно мне нравится его перечность в базе. Он немного пудровый и обволакивающий, но совсем не приторный и не надоедливый. Так как я больше склонна к свежим цветочным запахам, африканский бал меня совсем не напрягает. Он мне показался глубоким и ненавязчивым. В общем, сплошное восхищение. Хочется находиться в облаке этого аромата все время. Я его на себе уже через несколько часов не слышу, но окружающие могут опровергнуть этот факт, так что не надо обливаться им, ваш нос может вас обманывать. Может, кто-то любит более интенсивные ароматы, более насыщенные, но не знаю, мне кажется, для лета это будет перебор. Кто-то может его назвать лимонадиком, для меня он хороший, он меня совсем не душит. Но это лично мое мнение, и от вашего может отличаться. Для меня он не компот, а благородный, дорогой, красивый запах со своей горчинкой. Спасибо, что уделили мне несколько минут и посмотрели это видео. Не скупитесь и ставьте лайки за мое старание и легкое волнение. Также очень рада новой дружбе, так что подписывайтесь и до новых встреч в новых видео. Пока!